Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир. И мы продолжаем играть за Великое Княжество Русинья. Наконец-то у меня появился повод на Волжскую Булгарию. Я смогу сейчас начать войну. Но перед этим нужно подвести войска сюда. Еще там война идет в Италии против королевства венгров против королевства Италия и Арагорн. Идет тут война, но Арагорн такой не маленький. Ладно, мы пока направимся сюда. Так. Его святейшество папа Сильвестр II обеспокоен наличием многих неприкаянных душ в земле Норвегии. Ага. Так, ясно. Католики пошли на Норвегию. Ну, удачи им. Все, что я могу пожелать. Так, денежка у нас есть. Можно даже что-то построить. Ух, такое восстание. Так, вот мы уже на границе, да? Так. Святой воин. Так, у меня легкая пехота, где? Ага, на правом фланге больше. Так, и королевича поставить, да? Причем он мастер осады. Тупой. Да. Ну давай, Булгария. Потребуем вот эту провинцию. Всех союзничков призовем. Так, Хоппер, есть войска. Нужно 1000 поднять. Вот так. И пойти в гости. Нужно разбивать их с ним. Ихние армии. Давай вынудим. Что там? Фракции. Есть первое сражение выиграно. Идем дальше. Они собирают такую неплохую армию. Куда? 12-е, 22-е стоят. Сейчас их подвоим. Так, и что там? Нету уже, да? Сейчас мы разобьем их. Разбили.
Ну, тысяча еще выжила. Пойдем остаточно их положим всех. Кого-то призвали. А кто бы? Сейчас я тут их разобьем. Ага. Что в шее идет, да? Так, кто будет управляющим? Хочешь быть управляющим, да? Так, ну давай, может, на логи пособирать. Так, для интереса, с Крыма, например. Ух ты, какой тупой канцлер. Капец. Чего он такой тупой стоит? Так, а что у меня с вассалами? Много, это плохо, да? Дело. Ладно. Давай иди в Новгород. Дочка помолвлена. Так, где этот товарищ? Булгар. Есть, и сидим сюда. Возьмем сейчас столицу. Так, внучка. Давайте я помолвим с кем-то. Так, сын правителя Англии, да? Сын правителя Грузии. С грузином или с англичанином? Ну, Грузия как бы ближе, ладно, пусть будет. Обучить тебя дипломатии, да? Так, обучить ребенка. Ну давай, дядя, пусть обучает. Ух ты, 3800. Так, Венгрия закончила войну, ну, слава богу. Так, тут 1500, да? Не успеем их догнать? Успеем. Так, тут тоже много войск. Давай вот этих разобьем, чтобы они там не стояли. Опять собирают свои маленькие армики. Давай поднимем немножко войск. Берем небольшую армию, можно и своих поднять немножко, и будем осаждать. Куда? 20-е, 18 марта.
кстати, апреля. Куда же? Внизу в Европе, да? Тогда мы пойдем к вам. Так, и сюда надо командиров. Ух ты, архиерей. Не, король не будет тут воевать. Вассала, ну, кидаем сюда. Пусть воюет. Так, успеем. Так, тут будем осаждать. Так, кто? Утиль. Решил добить, да? Сейчас добьем. Есть. Идем в столицу их. Посмотрим, чем они там заняты. Фракции. А, в Новгороде образуется, да? Смотрите, опять. Че дипломаты такие тупые у меня? Какое-то повальное отупение. Так, в Москве православие. Наконец-то. Давно пора. Ух ты, Грузия тут как улезла. Слегка. Что такое? Какая-то война тут идет, да? В Галате. Не ясно. Норвегию захватывают. И где этот Мари, да? Сидгат. Ладно, пока подождем. Так. Не, ну куда там на старости лет? У нас есть наследнички. Наследнички куча. Да, не надо нам вот этих интриг. Там, блин. Я уже как-то раз так сделал. Там такое восстание из-за этого начались. Бастард, которого я был законил, начал воду мутить против меня. Так. Так, тут какая-то война началась. Ха, интересно. Сынок мой решил продвинуть своего кандидата в депутаты. О-о-о, идут госпитальеры. Сейчас будет замес такой, что мало не покажется. Ух ты!
Откуда вот у них столько? Так, ух ты, депрессия. Блин. Надо ж такое. Подворный. Поддержали придворного. Помолвка. Может, он воюет? Ладно, подождем. Вон венгры идут. Так, будто сына кому-то отдать из придворных. Ну давай вот этого опять придворного. Так, войска распустим. Эти ребята уйдут на отдых. А, город я сюда. Так, что у нас? Ну, пока гвардии больше нельзя найти. При дворе. Надо кого-то сюда позвать. Ух ты ж, можно совершить самоубийство. Не, спасибо. Мы проведем летнюю ярмарку лучше. Так. Так, дворянин. Титул. Да. Так. Ударил меня. Так, ну давайте заплатим ему немножко. Денежками расплатимся. Так, ага, хорошо. Так. Ну, надеюсь, что наследство вассала не уйдет.
Так, 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 будем интригу подняли на единичку. Так, не мешало бы что-то построить, да? О, дядя Илья за пусть, а кто вы? Вот их не столица. Так, наверное. За кто бы вот это объявил войну? Ну, флаг ему в руки. Если он отхватит этот кусок, это будет, блин, знаете, так. Я тут больше на Англию посматриваю. Хочу что-то тут отхватить. Я тут не дипломат. Сфабриковать претензии, наверное, на вот этот городок. Постараемся отбить его, да? Королевство Мерсия. Мерсия не очень хорошо воевает, но ничего, постараемся. Так. Хиба, ух ты, дарап опять собрался. Ну ладно, а вот она, маленькая, пусть воюет. Я займусь тут чем-то другим, пока они там друг друга вырезают. Так, тут не мешало бы что-то построить, да? Нет, тренировочный лагерь. Университет бы хорошо, мог бы бахать. Ну, я думаю, университет лучше было где-то тут отбабахать. Вот тут. Так, где-то мой экономист. Сюда в Любич. А, и тут бы не мешало что-то отстроить. Ладно, разберемся. Сейчас нужно денежку опять накопить. Так. Опять джихад. На Анатолию. Это тут кто у нас? Да тут города такие, видите, не маленькие. Даже названия не видно. Анатолия. Калитрилия. Шиизм. А че же они джихад объявили? Хрен поймешь. Стоп, стоп, стоп. Сирия. А, может, там еще какие-то провинции, типа, которые относятся к Анатолии. Хотят себе отхватить. Ладно, пусть воюют. Я хочу... Можно еще будет тут попробовать что-то отхватить себе. Швеция. А можно на вот это будет напасть? Я подумаю. Так, Британия будет отдана, да? Так, хорошо.
Ну, что-то я не вижу, что там Британия получила что-то. Так. Акции. Ух ты ж. Опять этот в Новгороде. Вассалы. Он почетный титул. Тут и хорошо обо мне думал. Поиск. Подарочек небольшой. Так, галичный надо будет направлять. Дипломата. Рэмбо? Рэмбо! Да. Тут даже такие есть. Так, и что по технологиям? Можно налоги с храма поднять. Практика торговли и строительства. Ну, давай налоги. О, можно будет еще на этих сделать претензии. Так, а где мой? Где? А, вот ты где. Так, надо в Бутросы отправить тебя. Дружище. Поработать. Шиизм. Мы уже почти везде православие затарили. Так, продолжить стать вассалом. А че ж ты не хочешь принимать? Это собака. Пожалуй, тут я и завершу серию. Так что, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, можете ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока. И автосохранение как раз в этот момент. Ну ладно.